24 часа после мамопластики. Первый раз мы сейчас увидим, что же он. Как картинка сверху. Тут столько помятости вокруг. И стянутости, да, отлично. Прям все хорошо. Вот то, что я говорил. Отек мышцы, вот там, резкий переход, это все спадет от 2-3 недель до 2-3 месяцев. Будет плавный переход. И еще, учитывая, что доступ через по краю ребки, внутренние швы, которые рассасываются, ребку немножко стягивают вниз. Оно расправится тоже в течение, примерно 3-4 месяцев. У меня ребенок. Ребенок в 15 лет. Я правда не знаю, как в 15 лет. Потому что я оперирую только с 18 лет. Можно. Да, уже можно. Как раз 18 исполнилось. 18 же было. Нет, ей 18, мне 22. Да. Белье снимать вот когда захотите. Душ принимать, я уже говорил, когда захотите. Можно снять. Да. То есть можно снять полностью, принять душ, водичка стекает, никаких проблем нет. Объем движения ограничен. На бочок ложимся, ходим. Никаких ограничений. Главное не пить, не курить, не дебоширить. Вести нормальный образ жизни. Хорошо. Спасибо. Белье тоже. Если устанете от него, то есть можно прям... Оно должно быть комфортно. Ну, вдруг можно снять, без него полежать, походить. Без него, без вопросов было. Максимум неделя.